доброс до футбола США рано, так что 21:20 вроде. Это пойду посмотрю. А вот вы не знаю, ну хотел спросить, как мать смотрел, но думаю, что у вас там тоже, наверное, информации такой нету. После тут наводка идет с телевышки, но это только Интер, он не транслирует футбол. Ну, может, сейчас новости. Найду-то послушай, нечасовые. Сереж, такое дело. Уфанат от футбола, так что в свое время играл немного. Вот, так что нравится игра, нравится все это дело. Вот немножко вас загрузим, хай. Т4 УФА, РТЦДВ прям. УР-30 ТБ, УТ-4 УФА, Сергей, ничего страшного. Я сегодня целый день на двойке, на 70-ке пытался кого-то дозваться. Вот, к сожалению, все глухо было, а тут вот с вами первым сегодня связался, доволен как слон. Да еще и на такую антенну, которую назвать антенной, это сложно, собственно говоря. Вот. Нет, к сожалению, не фанат футбола, вот, больше фанат что-нибудь попаять. Сергей, где-то через минут 15-20 я буду ехать на машине. Вот, тут надо человека забрать на электричку. В машинке у меня стоит ESU78-00, автомобильная антенка. Вот, если будет желание, можно будет попробовать сработать с автомобиля. Вот здесь же на двоечке. И вопрос еще есть. Скайп. Скайпом пользуетесь на приеме? Да, Сергей, у меня скайпа нет. У меня Google Talk. А вот скайпа нет. У меня интернет слабый, у меня диалаб. Так что Google Talk у меня тоже там не работает. Может, знаете, такую фишку. Ну так, можно с кем-то там поговорить. Надо как-то будет провести что-то побыстрее интернет, потому что не та скорость. Но у нас тут такие глобальные планы. У нас тут и волокно тянут, и IP-телефон. Так что хай. Я постоянно ничего не работает, постоянно приходят и берут ключ от крыши. Уже задолбали, они ладят. Блин, ну не телекомовский, так что я не спешу пока к частникам, а ого, там брать или что-то еще такое тут. Пока не знаю, что-то не созрел, может. Знаешь, так без надо. Мне почитать там что-то это. И все. А так мне вылили толки там двое. Ну, у меня ICQ, вот у меня лишняя клавиатура, USB-шная, и давай, могу долго строчить клавиатуру. А то ICQ я, конечно, люблю. А так, вот там, конечно, все переговорили за 10 минут, и все, больше вроде как бы нечем, не о чем, о чем говорить. Бывает и такое, сидишь там, и ты что-то думаешь, что такое сказать. А так с клавиатурой как оно всегда, как говорится, приходит. Ходит и можешь что-то там писать, то есть не так быстро заканчивается разговор. Вот, ну я в ICQ, так 327-316-940, мой номер 327-316-940, добавляйте, так что будем трещать. Что ж такое дело. Ну хорошо, я очень рад, что вы меня услышали, так что. А вот, точно на вас-то ладно навестить. И да, антенна моя будет на Киев. Вот в ближайший час. Сколько осталось, да? Так что будете ехать и, или вызовите, или я таки надо шкричу, так что думаю, там это что-то там получится. Т4 УФА, УР-30ТБ, прием. УР-30ТБ, Т4 УФА, да, все принято. Ну, у меня сейчас на даче нет ничего. Ни интернета, ни телевидения. Вот, в глуши, так сказать.